За удар соперника клюшкой малым штрафом наказан Никита Григорьев, номер 8, команда «Гвоздь». Юность играет в полном составе. За подножку малым штрафом наказан Александр Картунов, номер 16, команда «Энергия». Thank you.
За подножку малым штрафом наказан Евгений Коптев, номер 34-й, команда «Энергия». Энергия играет в полном составе. Thank you.
За удар соперника локтем малым штрафом наказан Юрий Резебов, номер 22, команда «Энергия». За грубость малым штрафом наказаны каждый. В команде «Юность» Аслан Совет, номер 99, в команде «Энергия» Юрий Резебов, номер 22. Команда «Энергия» играет в полном составе. Последняя минута второго периода. С передачи Романа Бочкова, номер 75, шайбу забросил Амир Дюсимбаев, номер 18, команда «Юность».
За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан Александр Картунов, номер 16, команда «Энергия». За удар соперника локтем малым штрафом наказан Жумажан Ипатов, 87-й, команда «Юность». Передача Никиты Григорьева, номер 8. Шайбу забросил Амир Дюсенбаев, номер 18, команда «Юность». «Энергия» играет в полном составе. Передача Вячеслава Белоуст, номер 72. Шайбу забросил Даил Терехов, номер 19, команда «Юность».